Почему наши гагаузы, почему наши болгары туда поехали? Почему наши руководители в лице того же самого Кайкы, Олега Ильича, вашего земляка, напирая на свою гордость гагаузскую, сделал из наших людей просто баранов? В воскресенье утром мы были перед Гагаузгазом. Мы видели 80 человек, работников Гагаузгаза, которые опустили головы, им было стыдно их поднять. И Олег Ильич со своими приспешниками чуть ли не плеткой загонял этих людей по микроавтобусам. И они не разошлись. Они сегодня работают в российском предприятии. Им сказали, что они едут на митинг, где будут выступать в том числе и за связи с Россией. Мы их предупредили. Вы поедете на этот митинг, вы ни слова не поймете. Там будут выступать либо по-румынски, либо еще как-то. Так и было. И они молча вернулись обратно. Что делать с этими руководителями? Эти руководители, наши земляки, ходят с нами по одной улице. Мы им улыбаемся, мы с ними обнимаемся. Что с ними делать? Как с ними говорить? Разве не продают они свою душу дьяволу, когда они предают интересы всего народа? И почему их сегодня здесь нету? Почему они сегодня сюда не вышли? Чтобы сказать, что да, мы вместе со своим народом. А только по одной простой причине. Они в данном случае, как Олег Ильич мне сказал: Олег Федорович, я думаю о своей семье. Что значит думать о своей семье и продавать свой народ? Что это значит? И куда мы дальше пойдем?